Она уже улыбается. Всегда страшно первый раз. Слышите себе. Не надо стесняться. Я просил. Я продолжаю глумиться, но тогда не начну работать. Тебе нравится? Еще чуть-чуть глумиться можно. Нет. Сейчас мы так вот подкалываете, подслушиваете. Нет? Не бывает? Не хожу? Никогда не бывает. Я вижу. Идет? Левый. Мама, снимем, сейчас мы начнем. Давайте не будем. Давайте не будем. Смотри, ты очень больно разговариваешь. Лев, нет, скажите, ну никто никогда не снимал, если я в группе не гонял, да? В этой группе нет. В этой другой снимал? Нет. Идем. Право. А теперь сделаю пожестче. Сразу. Молодец. А теперь выдохни на удачу. Был случай, когда приходит первый курс, он честник, я уже не помню кто. Ну, наверное, не из вашей группы, иначе я его запомнил. Вот, приходит на построение, я говорю, ты на кого учишься? Он говорит, я на МЧС, я говорю, ну ты спасателем будешь? Он говорит, ну там пожарная защита, ну по сути да, я буду спасателем, как бы буду на МЧС работать. Я говорю, хорошо, говорит, сколько ты весишь? Он говорит, ну почти 60 килограмм. У меня рядом девочка стоит, тоже весит 60 килограмм, или там 57, сейчас точно не вспомню. Я говорю, подними эту девочку и отнеси вот до входа 10 метров. Просто так вот поднял ее, как хочешь. Хочешь, на горб закинул себе. Хочешь как-то еще. И отнеси 10 метров. Ну вот плохо ей, не дышит она. Просто она стоит, ты ее взял, отнес 10 метров. Он подошел к ней, минуту три ковырялся, он ее даже от пола не смог оторвать. У меня возникает вопрос. Вы приходите учиться на спасателя. Вы же сдаете какие-то водные экзамены, в том числе по физподготовке. Вы представляете, какого труда вам стоит ваша профессия? А сейчас мне вот Полина Сергеевна говорит, я не знаю, я растерялся. Полина Сергеевна, а все? А как бы добрый вечер, я уже задохнулся здесь в угарном дыме. Вытащи меня. Ты же можешь, соберись. Где? Сейчас как правильно? Все правильно ты делаешь. Твое дело неправильно, твое дело характером сделать. Не важно как, ты сейчас все равно правильно не выполнишь. Сделай характер. Мне важно, чтобы ты проявила сейчас себя. Это тысячу раз важнее. Попробуй. Ну как ты будешь человека спасать, если ты даже ударить не можешь? Да никогда не бил никого. А кем ты хочешь быть? Хочешь он бьет? Кем? Нет. Просто. Разве? А жестче теперь. Разве? Уже лучше. А теперь разозлись. На каждый удар сделай выдох. Оп! Уже неплохо. Теперь ножки помоги. Бьешь, разворачивай сейчас сзади. Все получится. Разве? Задней ножкой бьешь? Сейчас. Сейчас левый бьешь. Левый. Вот это левый. Вот это левый бьешь. И правый бьешь. Хорошо. Теперь пожестче. Разве? Уже неплохо. А теперь выдохни. Чуть позвесь. Правильная злость должна быть. Разве? Жестче. Ты умная? Нет. Вот ты бьешь и говоришь, нет. Пробуй. Нет. Говори громко. На каждый удар нет, говори. Пробуй. Или да, говори. Я вот всегда да, говорю. Помогаю. Веселее. Да нет, можно сказать? Да нет, давай. Да нет. А теперь громко, четко, выдохни. Быстрее. Слышишь ты, да? Еще раз. Быстрее. Задь немножко, разверни еще. Еще раз. Полина Сергеевна, которая никогда не держала в руках перчатки. Как вы думаете, из нее получится спасатель, который может раскрыть себя, несмотря на то, что она, ну, она вот такая вот стеснительная. Есть в ней потенциал? Я скажу, что в ней потенциал есть. И здесь это учреждение в первую очередь раскрывает ваш потенциал. Но только если вы сами позволите это сделать. Главное желание. Главное желание, абсолютно верно. Для этого не обязательно быть лысым и очень сильным человеком.